Я сейчас видео сделаю. Я хочу заснять. Вот она уже убегает. Я что-то не догадался пораньше видео заснять. И вот так вот люди снимают, толпа тут во всем пляже снимает момент заката. Заходит? Ну и слава богу, так оно должно быть каждый день. Одна полосочка, полосочка осталась. Да, все уже. Солнышко, ты где? И так не кричи. А там не услышишь. Весь пляж испугаешь. Да, вот все, сейчас все домой пойду. Ой-ой-ой, сейчас. Красота обалденная. Как, блин, это называется парк Кромка? Майоки Энд Парк. Майоки Ривер Стейт Парк. Seats. Obviously, we had more than three seats in the first row. There's a really good reason why I have three seats up there. And the really good reason is the insurance companies told us if we're losing more than three passengers per trip, they're going to raise the rates. Yes. That we're trying to keep costs down. So we've only got those three seats. Now, since those brave folks are voluntarily sitting up there, everybody else can relax and enjoy the tour. Навигатор плывет за нами. Мы забрались высоко-высоко. А вот, видите, выше все где-то деревья. 30 метров где-то. Выше джунглей. Я ему сказал 200 ступенек, я не знаю. Чего может быть 200 ступенек? Что-то школьников, пионеров, с учителем. У них урок идет, да. Окей. И вон там этот качающийся мост, я потом с другой точки сниму. Я снимаю. Вау, я качаюсь. Да, если его качать, то он сильно качается. А вон на верхушке мы были. Вау! Wow. So many people. Thank you guys, sorry. Thank you.